то утро Светлана собиралась пораньше поехать на работу. По пути она обычно подвозила мужа. Ты должен сегодня же поговорить с сыном. Светлана Шатова, 38 лет, бухгалтер, замужем. Мне его настроение и отношение к учебе не нравится. Поговори с ним. Ну, конечно, поговорю. Но я не могу же его заставить делать то, чего он не хочет. Петр Шатов, 44 года, экономист, муж Светланы. А ты не думаешь, что мы погорячились с медицинским институтом? Ну какой из него врач получится, если он учится из-под палки? Петя, они все сейчас из-под палки учатся. И Егор не исключение. А потом нам спасибо скажет, что заставляли. Что ты там увидела? Ты меня напугала. Тут ерунда какая-то. Давай. Хулиганье, делать им нечего. Спасибо, Светочка, что стекло не разбили. Вовсе это не хулиганы, а влюбленные. Ходят тут по ночам под окнами и пишут всякое. Это кошмар какой-то. Петя, давай садись уже, поехали, что ты трешь? Да какая тебя муха укусила, а? Ну нельзя же так нервничать из-за какой-то дурацкой надписи. Я думала, что Антон, моя первая любовь, навсегда исчез из моей жизни. А теперь я хожу и оглядываюсь. Мне кажется, что он за мной следит. Я уверена, что видела его во дворе моего дома. И потом, когда мы с ним встречались в молодости, он называл меня Мадонной. Поэтому только он мог прикрепить на стекло моей машины записку «Мадонна, привет». Я не очень поняла, вас это удивляет, пугает или радует? Я замужем. У меня любимый муж, я люблю мужа, у меня прекрасный сын. Я боюсь, что Антон все это разрушит. Ну, смотрите, если вы действительно любите своего мужа, и у вас на самом деле все так замечательно, то ведь Антон для вас просто старый знакомый. А как себя ведут со старыми знакомыми? Я не уверена, что у меня получится. А вот если не получится, значит, не все спокойно в датском королевстве. И тогда получается, что опасность вовсе не в Антоне. Уставшая Светлана возвращалась домой после работы. Все ее мысли были об Антоне и о том, его ли она видела рядом с домом. Света. Слушай, что с тобой в последнее время происходит, а? Какие-то дурацкие надписи тебя из себя выводят. То идешь, никого не замечая, то вздрагиваешь, будто привидение увидела. Почему ты не на машине? Там сигнализация что-то, я у мастера оставила на пару дней. Я так устала, Петя. Мне срочно нужно отдохнуть. Пойдем домой. Присядь. Присядь. Я сам все сделаю. Спасибо, дорогой. Я хоть хлеб порежу. Отпуск. Это хорошо. Я всегда говорил, что нужно отдохнуть. Так что я завтра оперативно займусь вопросом нашего отдыха. Кстати, сегодня видел в киоске календарь с изображением Мадонны. И вспомнил ту дурацкую надпись на машине. И что? Ничего, просто подумал, что ты моя Мадонна. Нет, пожалуйста, не называй меня так. Хорошо, хорошо, не буду. Ты бы лучше, знаешь, с Егором поговорил об институте. Я уже поговорил. У него неоспоримые аргументы. Говорит, что медицина не его стихия. Он хочет побольше заработать денег. Куда-нибудь поехать, мир посмотреть. Так что тебе придется самой с ним разговаривать. Я все свои доводы исчерпал. Легок на помине. Мам, привет. Мы тут немного с ребятами в кафе посидели. У тебя совесть есть? Егор Шатов, 19 лет, студент, сын Светланы, не женат. Ты сколько еще будешь время убивать? Что, хочешь опять экзамены завалить? Думаешь, я буду бегать по деканату, договариваться, чтобы тебя не отчислили? Да пускай отчисляют. Ненавижу я твою медицину. И химия твоя любимая вот здесь уже сидит.
От латыни меня вообще тошнит. Егор, постой. Иди поешь, потом мы договорим. Я сытый уже. Не плачь. Все будет хорошо. Учителей наймем. Ну, в крайнем случае, устроим его на платное отделение. Думаешь, поможет? Ну, ты посмотри, какая стала дерганая. С полуслова заводишься. Может быть, тебе одной съездить куда-нибудь в санаторий? Нервы подлечить? Ну как я уеду, когда Егор на грани отчисления? Тут никакой санаторий не поможет. Над ним нужно каждый день, каждую ночь стоять, контролировать его нужно. Но я на что останусь? Проконтролирую. На следующий день Светлана, как обычно, возвращалась с работы домой. Ой! Ну, здравствуй, Мадонна. А ты все так же хороша. Антон Рябов, 40 лет, автомеханик, бывший возлюбленный Светланы, не женат. Антон? Это все-таки ты. Как ты меня нашел? Навел о тебе кое-какие справки. Дело техники. А ты хорошо живешь. Квартира, машина. Муж, правда, какой-то хлюпик, а вот сын видный парень. Как его зовут? Да тебе какая разница? Ты вообще зачем приехал? Столько лет, ни слуху, ни духу. Мать умерла. Приехал ее скудное наследство оприходовать. И в ее бумагах нашел приинтереснейшее письмо. Я догадываюсь о чем-то. Что нужно тебе? Говори сразу. Да ты так не пугайся. Если догадываешься, о чем идет речь, я хочу лишь своего, законного. Хочу увидеть сына. Зачем? Зачем тебе это нужно? Жил же без него. Егор не знает о твоем существовании. Значит, его зовут Егор. Замечательно. Так, я хочу, чтобы он знал о моем существовании. Зачем? Его воспитывал другой человек, и Егор его считает отцом. Ничего. Еще не поздно и мне приложить руку к его воспитанию. Значит так, ты ему пока все разъясни, а я... послезавтра. Здесь же буду тебя ждать. Я позвоню. К сожалению, все мои опасения оправдались. А я так надеялась, что это только мои страхи. И он хочет отнять у меня сына. Дело в том, что я не была с вами до конца откровенна. Этот человек, он родной отец Егора. Ну, да, действительно, так куда понятнее. И все-таки я не понимаю, каким образом Антон может отнять у вас сына? Я была на втором месяце беременности, когда он бросил меня и укатил в неизвестном направлении. Я не знала, что мне делать. А тут появился Петя и сразу меня замуж позвал. А я дура, письмо написала Антону на адрес его матери, в котором сообщила, что беременна, и что выйду замуж за другого, если он не объявится. В общем, теперь Антон хочет видеть своего сына. Да не нужен ему сын. Он этим письмом меня просто шантажирует. Я не знаю, что мне делать. Как еще можно защититься от шантажа, кроме как рассказать правду? А поймут ли мои, почему я столько лет врала? И смогут ли простить? А поймут ли они и смогут ли простить, если узнают всю правду от Антона? И как защитить сына от дурного влияния Антона, если они начнут общаться? Ну что, ваш сын, одуванчика, что ли? Или 5-летний ребенок? Ну почему ему не дать самому во всем разобраться? Обдумав слова Галины, Светлана решила рассказать об Антоне мужу. А я тебя уже заждался. Задание выполнено. Теперь последнее слово за тобой. Выбор огромный. Сядь, нам нужно поговорить. Я так старался, что приготовил целый доклад. Я знаю, Петь, но мне сейчас не до отдыха. Что случилось? Я скажу прямо, Петь, Егор не твой родной сын. С
Светлана Шатова потеряла покой с тех пор, как на стекле своей машины обнаружила записку «Мадонна, привет». Написать ее мог только один человек – первая любовь Светланы и родной отец ее сына Антон Рябов. 20 лет назад он бросил беременную Светлану и не давал о себе знать. Антон встретил Светлану около ее дома и потребовал свидания с сыном. Светлана вынуждена была признаться мужу, что Егор не его сын. А говорю я тебе это потому, что появился родной отец Егора, и он настаивает на общении с сыном. Прости меня, пожалуйста, что я тебе врала всю жизнь. Я так боялась тебя потерять. Я всегда знал, что Егор мне не родной. Мне это рассказала твоя мама еще в тот день, когда я пришел к вам свататься. Она боялась, что я когда-нибудь об этом узнаю. И это разрушит нашу семью. Как это ты знал? А мне ты почему не сказал? Мы договорились с твоей мамой, что если я решу связать свою судьбу с тобой, то это останется нашей тайной. До тех пор, пока ты сама мне об этом не расскажешь. Ну и потом, самое главное, что я всегда любил тебя. И полюбил Егора как родного. И это совсем не важно, что он совсем на меня не похож. Ну и в характере, на внешне. Я всегда вас любил. И буду любить, чтобы не случилось. Петенька, родной, как же мне с тобой повезло. Ты только, Петя, не думай, пожалуйста, что у меня к Антону, отцу Егора, какие-то чувства остались. Нет, я просто его очень хорошо знаю. И я боюсь, как бы общение с ним на Егора плохо не повлияло. Ты успокойся. Ты знаешь, я не думаю, чтобы Егор был рад встрече с отцом. Ведь для него это теперь совершенно чужой человек. И потом... Ему придется как-то объяснить свое отсутствие все это время, пока Егор рос. Ты не знаешь Антона. Я думаю, что он сделает все для того, чтобы отнять у нас сына. Хочешь, я поговорю с Егором? Нет. Я сама поговорю. Сынок, мне нужно с тобой поговорить. Может, потом? А то я занят немного. То опять будешь, значит, учебу в мозги вправлять. Нет, я не об этом. Отвлекись, пожалуйста, от игры. Послушай меня, это очень важно. Дело в том, что твой папа... Петр не твой родной отец. Жесть. Это что, шутка, что ли? Я бы очень хотела, чтобы это было шуткой, но... Твой родной отец бросил меня, когда я была беременная, а объявился только сейчас. Он встретил меня после работы и теперь требует встречи с тобой. Подожди, это что, получается, вы меня всю жизнь обманывали, что ли? Ты вот так сейчас просто об этом говоришь, да? И папа тоже хорош. Убедительно свою роль играл. Он не играл, он тебя любит. Сынок, прости нас, мы хотели как лучше. Но сейчас тебе придется встретиться со своим родным отцом. Неужели ты думаешь, что после всего, что ты мне о нем рассказала, я хочу с ним видеться? Он очень решительно настроен, и поверь мне, если он чего-то хочет, то добивается. Что ты мне предлагаешь? Сынок, ты с ним встретишься, поговоришь, объяснишь ему, что ты своим родным отцом считаешь Петра. И, может быть, он как появился, так и исчезнет. Но поймет, что ему здесь не рады. Ладно, встречусь. Мам, можешь меня оставить сейчас? Мне нужно одному побыть. На следующий день Антон, как и обещал, встретил Светлану у подъезда. Ну, здравствуй, Мадонна. Опаздываешь? Ты с сыном поговорила? Подожди здесь, он сейчас спустится. А в дом меня не хочешь пригласить по старой дружбе? Не чужие все-таки? Я тут продрог, пока тебя ждал. Хорошо бы согреться. Посмотри, какие руки ледяные.
Будет лучше, если вы поговорите на улице. Подожди, он спустится через 5 минут. Я его предупредила. Светлана не могла найти себе места. Егор ушел на встречу с отцом и уже несколько часов не возвращался домой. Светочка, выпей. Постарайся успокоиться. Петь, ну как я могу успокоиться? Я чувствую, с ним что-то случилось. Он ушел такой взвинченный, нервный. О, привет, Ки. Привет. А вот и я. Ты что, пьян? Выпили немного с отцом. Контакт скорее наладить, да. Да. Взрослый я, совершеннолетний уже, имею право. Свет, я ему помогу. Утром с ним поговорим. А сейчас уже бесполезно. На следующий день утром Светлана зашла в комнату сына, чтобы серьезно с ним поговорить. Это что такое? Ты что, куришь? Голова трещит. Я тебя спрашиваю, что это такое? Зажигалка. Подарок отца. Подарил мне как талисман. Что такого-то? А то, что с первой встречи тебе этот человек передает худшие свои привычки. Я уже взрослый и могу сам принимать решения. Я это уже слышала, и поэтому прошу тебя, как взрослого, оцени то, что случилось. Что, для того, чтобы сближаться и общаться, обязательно напиваться и выкуривать трубку мира? Что за нравоучение-то с утра, а? Лучше скажи, что делать, башка трещит. Ну что, полегчало? Да немного. Тогда рассказывай, что вчера было? Да чего рассказывать? Были у отца на работе, он в автосервисе работает. Вот настоящее дело, мужское, живое. Да и денег можно хороших срубить. Он обещал меня устроить. Ты его уже отцом называешь? И потом, что это у тебя за жаргон? Ты в автосервисе, что ли, нахватался? А он что, здесь долго собирается задерживаться, раз на работу устроился? Да, у него грандиозные планы. А насчет жаргона, мам, да ты не придирайся, ну не будь занудой. Сейчас все так разговаривают, к тому же новые слова обогащают наш могучий русский язык. Да ты сам прислушайся к тому, что ты говоришь. Что за чушь ты несешь? И это после всего лишь одного общения с ним. Ой, мам, перестань, а? Надо быть проще, ну как отец, тогда люди к тебе потянутся. Мы к тому же сегодня в бар идем. Отец обещал с друзьями познакомить. Я пойду подремлю немного. Он вечером позвонит. Как подремлю? А институт? А с институтом, мам, я решил завязать. И отец меня поддерживает. Но не мое это дело. Подожди, Егор, ты должен понимать, что такие решения просто так на бегу не принимаются. Ты там отучился уже почти 2 года. Да отстань ты от меня! Никому ничего не должен. Ты как разговариваешь с матерью? А ну-ка, извинись немедленно. Не буду я извиняться. Достали оба. Сыночек, ну куда ты собрался? Ну опомнись, остановись. Не есть теперь куда идти. Мне всегда там рады, и лекций никаких читать не буду. Ты посмотри, да ты чего довел свою мать? Я тебя никуда не пущу. А кто ты такой, чтобы меня куда-то не пускать, а? Я твой отец. И ты будешь относиться ко мне и к матери с уважением. Да ты всю жизнь прикидывался моим отцом. Мой настоящий отец меня сейчас ждет. Он мне рад. А ты кто такой, чтобы мне указывать, а? Дядя Петя. Сынок, успокойся. Давай, без эмоций, без криков, прислушайся к тому, что говорит мама. Хватит. Долго я плясал под вашу дудку. Слезы мамочки сейчас не помогут, как ни старайся. Ай, Петя, ты зачем? Да пошли вы. Сынок, сынок, остановись! С
Светлану Шатову разыскал ее бывший возлюбленный Антон Рябов. 20 лет назад он бросил беременную Светлану и не давал о себе знать. Теперь он требовал свидания с сыном. Светлана вынуждена была признаться мужу, что Егор не его сын. Петр сказал, что узнал об этом еще до свадьбы от матери Светланы. После встречи с Антоном Егор решил бросить институт и работать с родным отцом в автосервисе. Поссорившись с родителями, Егор ушел к Антону. Случилось то, чего я так боялась. Что, Антон за одну встречу испортил вашего сына? Егор ушел из дома к Антону. Он сначала и встречаться с ним не хотел, а потом его как будто вдруг подменили. Антон у него теперь лучший друг и авторитет. Он бросил институт, он нахамил мне, Петру. Его нет уже 2 дня, и он на звонки тоже не отвечает. Да чего так волнуетесь? Егор опробует новую жизнь. А если он и дальше не захочет с нами разговаривать? Ну, если честно, мне кажется, это крайне маловероятным. Но даже если так произойдет, боюсь, вы ничего не сможете изменить. И дело будет вовсе не в Антоне. Ну, сами подумайте, ни одно зерно не прорастает в один день. Если вдруг вашему сыну окажется намного ближе Антон, это будет означать только, что Егор никогда не был по-настоящему близок к вам. Ну, кто его знает, что там у нас с наследственностью происходит? На следующий день Светлана продолжала звонить Егору. Алло, да, слушаю. Алло, Антон? А где Егор? Почему у тебя его мобильный? С ним что, что-то случилось? Егор забыл свой мобильник в машине. Я его сейчас ему отвезу. И не волнуйся ты. Он же со мной. Со своим родным отцом. Нам надо встретиться. Я давно сам об этом мечтаю. Хотел тебе звонить. Через час я жду тебя у себя на работе. Я хочу понять, чего ты добиваешься. Зачем ломаешь нашу жизнь? А ты не думала, что я до сих пор тебя люблю, Мадонна? Прекрати, этот разговор не имеет смысла. Ну почему? Я готов договариваться. Хочешь с сыном встретиться? Поцелуй меня. Хочешь... Чтобы он в институт вернулся, придется заплатить подороже. Хватит! Я не буду разговаривать с тобой в таком тоне! Постой! Так, мне нужна крупная сумма денег. Что? Зачем? Какая тебе разница? Эта сумма мне нужна уже завтра. Или ты не увидишься с сыном. А ты совсем не изменился. Сколько? Ну, если быть совсем точным, да ты что? Где я тебе найду такую огромную сумму за один день? Ты же у нас главный бухгалтер. Помозгуй. Деньги – это твоя стихия. Твой цинизм не имеет границ. Так, предупреждаю. Если ты не найдешь нужную сумму, я увезу Егора с собой в далекие края. Ищи свищи. Сделаю из него настоящего мужика. А где гарантия, что ты не поступишь так же, когда получишь от меня эти деньги? А здесь не банк. Никто гарантии не дает. Да ладно, не переживай. Сдался он мне, твой сыночек. Хоть и строй ты себя крутого, а воспитание твоего муженька налицо. Ничего от меня нет. Ладно, пока. Будь на связи. И без глупостей. Светочка, у нас несчастье. Что?
Что случилось? Что-то с Егором? Антона задержали в автомастерской. Там нашли какой-то автомобиль, угнанный. Петь, это его проблемы. С ним задержали нашего Егора. Он его ждал в автомашине возле автомастерской. Мне звонили из милиции, и надо ехать его вызволять. Как же это? Что? Что теперь будет? Успокойся, там разберутся. Если что, я все свои связи задействую. Давай пойдем по дороге, все обсудим. Пошли. Светлане и Петру удалось быстро забрать Егора из милиции. Дома они дали ему прослушать запись на диктофоне. Сынок, пойдем поедим. Я твои макароны по-флотски любимые приготовила. Или, может быть, чего-то еще хочешь? Ты скажи только. Мам, прости меня, пожалуйста. Я как-то глупости наговорил. Назло как-то все делал. Сам не знаю, кому. И ты меня, пап, прости. Я тебя очень люблю и уважаю. Ну что ты, сынок, что ты? Сынок, и меня прости, потому что я не права была. Давила все время на тебя. Твое мнение вообще не слушаю. Да бог с ним, с этим медицинским институтом, но если это не твое. Прости, но правда не мое. Но я получу высшее образование, я вам обещаю. Я в авиационный поступлю, если вы не против. Отличный выбор. Я уверен, что ты справишься. А не махнуть ли нам всей семьей на моря? А почему бы и нет? Почему так часто путаем все в своей жизни? Причину со следствием, одни причины с другими. Такой же путаницей была и Светлана из нашей истории. Она изо всех сил пыталась заставить своего, ну, довольно уже взрослого сына идти по жизни четко определенной дорогой. Решили, что ты будешь врачом, значит, будешь врачом. Ни вправо, ни влево, ни вверх, ни вниз, только так. И при этом она отчаянно боялась, что вновь появившийся отец собьет сына с пути истинного. Только как определить, сын с этого истинного пути сбился, потому что отец предложил более привлекательную дорогу, или потому что просто сын не захотел идти по жизни тем путем, который ему навязывали. Ну, знаете ли, там скучно и душно как-то.